Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами продолжим проходить карту, где нам нужно отгадывать загадки для того, чтобы найти кнопку, для того, чтобы пройти уровень, для того, чтобы пройти карту. Я вас всех обожаю, ребята, и мы начинаем. Это уже вторая часть, мы дошли уже до пятого уровня, и если вы вдруг не смотрели первую часть, я вообще не знаю, что вы здесь делаете, ребята, я не знаю. Поэтому быстренько смотреть первую часть, ну а мы ищем кнопку и отгадываем загадку, друзья. Что ж, давайте посмотрим. Пятый уровень, загадка. Что-то, что вообще не видно. Никто не может меня видеть. То есть, как-то так. Я могу быть использован для того, чтобы помочь тебе подготовиться к бою. Если ты идешь в ад или в край. Ага. Если ты идешь в ад или в край, я буду заморожен, пока ты не придешь обратно. Кто я? Это что-то очень легкое, но тут только у меня в голову не приходит. Короче, ребята. Извините, я первую фразу прочитал, типа, никто его не видит, на самом деле никто это не использует. Теперь я запутался. Я что-то, что никто вообще никогда не использует. Я могу быть использован, чтобы тебе помочь подготовиться к бою. Так если тебя не использует никто, почему? Это какое-то либо зелье. Но оно будет заморожено, пока мы в аду или в краю. Что замораживает? Что? Печка? Нет, не печка. Давайте подумаем. Что-то в аду оно замораживается. Часы? Но каким образом они нам могут помочь подготовиться к бою? Я могу помочь подготовиться тебе к бою. Часы? Ребята, думаете, это часы или это не часы? Ну ладно, интересная загадка, но нам нужно что-то искать. Нам нужно что-то искать, потому что, я так понимаю, кнопка где-то тогда рядом с часами будет. Но нам нужно найти тогда... Что мы можем сделать? Что-то нужно нажать, какие-то рычаги. Мы уже поняли то, что... Ух ты. Может ломать Purple Stain. О, круто, как раз, потому что здесь у нас как раз и есть вот это. Только, мне кажется, прочности немножко мало. Ну, хорошо, мне хватит. Так, и мы в аду. Так, что мы здесь ищем теперь? Я не хочу гореть, потому что я не хочу умирать. Стоп, я могу поспать в кровати и сделать здесь чекпоинт? Или как это вообще будет происходить? Нет, я могу спать только ночью. Так, куда здесь можно пойти и не сгореть? Только если сюда. Ау. Так. Теперь вот сюда. Ребят, я думаю, мозг мой думает, куда, что, где, когда. Возможно, мне все-таки нужно отсюда вот туда. Ау. Вот, о, почему огонь меня, опять меня огонь тянет вниз, друзья. Опять начинается то же самое. О, может где-то здесь, погодите, да стой, хватит меня дергать. Ладно, походу мне нужно все-таки как-то прыгнуть вот сюда, но меня огонь будет... Вот этот раз не дернул меня огонь. Так, окей, покушай. Ага, то есть если я прыгну... так не получится. Окейушки. Так. Стоп, погоди, тут точно ничего нет, что я бы мог сделать такого. Так, а вот если я умру, что произойдет, интересно? Вот я очень боюсь. Как я промазал. Так, еще раз. Да что ж ты делаешь, Кейн, ты умрешь. Кейн умер. Так, стоп, как это будет выглядеть? Да серьезно? Серьезно? То есть, так как мы поспали здесь, чекпоинт будет здесь. Так, стоп, где была кнопка? Вот там. Ладно, ну это как-то вообще не круто. Так, хорошо. Ну, зато у нас хотя бы это сломано уже. Значит, прыгаем сюда. Да, что ж ты будешь делать? Так, еще раз.
Прыжок вперед. Есть. Фу, так, ну, мы здесь. Рычажок. Что у нас сделал рычажок? Что-то здесь? Ладно. Походу, нам нужно идти назад. Что-то мы сделали наверняка вот здесь. Ладно, давайте посмотрим. Что-то с часами? Слушайте, да, это, походу, реально были часы. Нам после каждого уровня пишут правильный ответ. Смотрите, левел 4, это был лук. Погодите. Так как это может быть лук, если вы... Нет, стоп. Я запутался. Нет, мне все-таки пишет, что... Нет, стоп, погодите. Где? Я запутался. Левел 5, ответ на левел... на пятый уровень. Пятый уровень это вот был... Ад и край, подготовка. Кто это? Где? Ответ был часы. Хорошо, а где лук был? Четвертый уровень, четвертая загадка была. Есть две вещи, которые я могу делать. Одна из них это рисовать. Но у меня нет рук. Это не рисовать, друзья. Draw также переводится как натягивать. Короче, ладно, ничего страшного. Ладно, продолжаем. Какая загадка у нас здесь? Ребята, извините, если я немножко замедляюсь, иногда и туплю. Ну, просто все на английском. Я как бы пытаюсь для вас переводить. Я надеюсь, вы это оцените. Кто такой Фрогер? Здесь уже что-то большое, ребята. И читаем. Некоторые люди думают, что я милый. Милая, неизвестно. Некоторые люди не любят, когда я мертва. Или умираю. Ладно. Можешь ли ты поездить на моей спине? Я могу тебе помочь выжить. Угу. Но если ты хочешь остаться в живых, тогда я не могу быть в живых. Кто я? Интересно. Если ты хочешь остаться в живых... Can you run away? Ага! Мне кажется, это корова, друзья. Мне кажется, это... Короче, это какое-то животное. Какое-то животное из четырех, потому что я подумал, корова сначала, потом я увидел лошадей и свиней. И я, честно, даже не знаю. Потому что так, как здесь написано, can you ride on my back? То есть, можешь ли ты прокатиться на моей спине? Ну, то есть, можно кататься же на свиньях. С помощью седла. Некоторые думают, что я милый, но... Короче, мне кажется, это все-таки свиньи, друзья. Окей, мы поняли. Интересно, здесь есть две кнопки, которые ничего не делают. Хорошо, мы поняли. Тут у нас точно ничего нет. Еще раз. Все, на всякий случай нужно проверять. Так, это свиньи, друзья. Значит, кнопка где-то недалеко от свиней. Что у нас здесь? Это сундук. Седло, неплохо. И седло, и семена. Для чего нам нафиг нужны семена? Вот это интересно. Так, что у нас здесь? Что-то должно быть спрятано. Что-то вы спрятали от меня. Но я это найду, потому что я гейм. Так, тут мы можем открыть дверь, мы можем... Мы не можем выйти, это странно. Ну ладно. Странно, почему нам не дает выпрыгнуть? Окей. Ага. Нам нужна морковка? Нам нужна удочка и морковка или как-то работает? Стоп, если я сейчас... Я могу здесь застрять, друзья. Я могу здесь... Я застрял, друзья. Так, сейчас, погодите, дайте мне протол... Я уже застрял. Уже успел. Да-да-да, я застрял. Может, погодите. Так. Свинка, двигайся. Свинка, давай. Отпусти меня. Выкинь меня за ограду. Свинка, давай. Ну, ребят, мне написали не читерить, но о чем мне еще делать теперь? Давай. Не в ту сторону. Нет. Пожалуйста. Нет. Ребята, извините меня, но что мне еще остается делать? Поехали.
Адвенчер. Мне было написано Adventure Mod вроде бы. Окей, мод 2. Ладно, Adventure. Хорошо. Ладно, продолжаем осматривать карту. Мы поняли, что нам рассказывают кое-что про свиней здесь. Нам дали седла и семена. Семена, давайте посмотрим, куда... Стоп, погодите, я не проверил полностью все. На всякий случай нужно все проверить. Хорошо, здесь у нас... Ага, я вижу морковку. Я вижу морковку, которую я не могу собрать. Хорошо, что? Может... А, можно попрыгать просто. Ага. Почему она фиолетовая? Ладно. О, я вижу сундуки. Может ломать... Ага, может ломать ковер и кварцевые полублоки. И просто паутину. Ну, на всякий случай возьмем паутину, вдруг нам поможет. Что у нас тут еще? Ничего. И ничего. Прикольно. Окей, дайте мне еще морковки на всякий случай. Нам где-то должны сейчас дать удочку. Хотя нафига нам удочка? Если... То есть мы вообще-то кнопку ищем. Зачем нам садиться вообще на свинью? Правильно? Так, дайте мне вот это сломать. Да блин, давайте мне вот это сломать и... Я не могу. Во. Так. Ничего и ничего. Хорошо. Проверяем вот эти. Ничего. 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 Хорошо. Нам дали вот эту вот штуку, с помощью которой я могу ломать ковер и кварцевые полублоки. Кварцевые полублоки, это случайно не вот это вот ли? Ну, нифига себе. То есть, ну, тут их слишком много. Я очень надеюсь, что, как бы, меня не заставит ломать кучу кварцевых блоков. Так, хорошо, где у нас был ковер? Я не видел ковер еще. Но, походу, он где-то дома. Так, здесь точно ничего нету. Проверка номер два и ковер. Где-то у вас здесь есть ковер? Ребята, у вас здесь есть ковер? Понятно. Так, ковер-ковер-коверыч. Ковер-ковер-коверыч. Интересно. Так, дайте мне покушать. Ковер мы сломали. А дальше-то что теперь? А дальше-то что? Здесь точно ничего больше нет. Правильно? Правильно. Здесь тоже ничего больше нет. Понятно. Это все кварцевые блоки, но не полублоки. Где полублоки? Вот это полублоки, да? Но я тут не могу их ломать, потому что здесь невидимые эти. Очень-очень долго думаю, друзья. Очень-очень-очень долго проходим эту карту, но... Хорошо? Хорошо. Что мы тогда можем делать? Я могу сломать этот полублок, но у меня это займет дофига времени, и нафига мне это нужно. То есть, как бы... То есть, я могу сделать вот это. Что мне это дает? Без понятия. Так, погодите, что у нас здесь? Здесь тоже ничего нет. Здесь вообще нет полублоков. Единственное, полублоки это... А мне их не дают, да, когда они ломаются? Возможно, опять куда-то на дерево нужно. Но опять же, на дерево типа можно запрыгнуть вот оттуда. Но нам почему-то не дает выпрыгнуть. И там невидимые эти. Серьезно, невидимые. Вот зачем я их ломаю на самом деле? Я просто фигней занимаюсь. Так. Угу. И ничего мне это не дало. Морковка. Морковка. Может тут есть еще какой-то ковер, который я не видел? Нету здесь ковра. Вы мне хотите морковку? Вы? Тут тоже ковра нет. Слушайте, ребят, я очень-очень сильно запутан. Я очень... Ага! Я вижу его. Так. Сейчас мы все... Как мы это сделаем? Не достану так. Корова, отойдите. Все отсюда. Да хватит.
Что там? Кварцевый полублок? Как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Зачем мне дали седло? Я же не могу оседлать корову. Так, ладно, думаем, мы все еще думаем. Как? Ну мы что-то хотя бы... Коровы, отойдите. Я тут занимаюсь делами важными. Так, ладно, значит мне все-таки по-любому как-то нужно туда попасть. Так, вот как? Наверняка нужно сделать какое-то супер... Супер движение какое-то вот такое. Давай, 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 давай. Я не понимаю, для чего я это делаю, потому что я пока еще все еще не знаю, как туда попасть. Ой. Корова улетела. Так, ребята. И что там? Ну там корова теперь, понятно. Так, 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 давайте подумаем, давайте подумаем, давайте подумаем. Уит. Вот, коровы хотят вот это. Корову кушайте. Ну, в принципе, все, все. То, что нам нужно сделать, это как-то туда попасть. У меня нет никакого блока, чтобы на него встать. Может, ломать. Да ладно, здесь были двери, у всех были двери. Я не... О, боже мой, ребята, сколько времени у меня это заняло? Я даже не знаю. И теперь мне придется убить корову, потому что я ничего не вижу. Вот это здорово, друзья. Дайте мне киркой, что ли. Вон, кирка сломалась. Малыш корова. Так, а дальше что? Кнопка-то где? Вот кнопка. Вот отойди. Отойди. Фу, левел 7, друзья. Да, это было жестко. Так, следующая загадка. Я уже забыл, что здесь загадки вообще. Боже мой, Фрогер тут мне кучу всего понаписал. Ладно, давайте подумаем. Давайте подумаем, вот читаем. В случае того, если игроки не заметили, я странный. Я очень странный. Каким-то образом я... fit in, это как бы подстраиваюсь, ну или встраиваюсь куда-то. И я хочу... And I wanna fit in. Так, ладно, погодите, я сейчас продумаю. Когда-нибудь ты видел меня без... Без того, чтобы посмотреть на мое лицо. Я просто рыба. Че издеваешься? Че, о чем ты мне вообще сейчас понаписал? Ладно, хорошо, и что нам Фрогер говорит? Rabbit. My name is Frogger. А, rabbit, это типа как эти... Как лягушки делают, ну, жабы. Rabbit, rabbit. Короче, неважно. Мое имя Фрогер. Это не имеет... Ага, это не имеет отношения к играм из 1980-х годов. Но! Кто-то... Короче, его дом превратили в песочную, типа, мишуру, типа, его там, типа, дом испортили, я так понимаю. И я не могу пройти через дверь. То есть ему засыпали двери с песком с той стороны, я так понял. А мне нужно, чтобы ты нашел рычаг, чтобы поставить на желтую... Ладно, вул это... Шерсть, на желтую шерсть, нам нужно найти рычаг, который мы сможем поставить на желтую шерсть, и ты сможешь пройти и посмотреть, что тебе нужно. Кром. Так, куча всего, ничего не понял. Ответ на предыдущую загадку был... Да, это была корова, ну или животное. Хорошо, мы поняли. Так. Паркур? Окей, изи. Хотя нам наверняка... Мне кажется, наверняка это фейк, типа. Типа нам на самом деле нужно в другое место. Ну ладно. Это мы уже умеем, друзья. Это мы уже... Чё, как? Почему здесь только этих... Ладно. Так, он мне наверняка написал... Я загадку вообще не понял пока что. Я просто рыба. Какая рыба? Тебе нужно найти рычаг.
Так, ну и какой-нибудь тогда мне рычаг нужно найти. Ладно, идем туда еще раз. Что, мне все взять и все пробовать? Ну, как-то не очень-то это и весело. Ага, ну что-то я затупил на самом деле. Вот он, вот же он. Угу. Кто там мне говорит? Грабл, удачи. Удачи тебе в прохождении моего песочного лабиринта. Некоторые пути имеют невидимые барьеры, чтобы они блокировали путь. Это не будет очень легко для тебя. Ты никогда не найдешь меня, если ты это пройдешь. Что? Кто это мне сказал? Кто это такой умный тут? Так. Держимся левой стороны. Держимся левой стороны всегда. Всегда левой стороны. Блин, друзья, я сейчас точно куда-нибудь забреду и все. Оу. Что это? А. Ага. Ты меня найдешь, и тебе нужно дышать под водой 25 секунд. Удачи. Оу, 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 оу. И то есть... Я не могу всплыть обратно, чтобы... Оу. Оу, оу. А кто ты? Ну-ка, стоп, ответ правильный какой был? Ответ был... The coordinates was... Потерянный Эд? Из 1.13... Чего? Вообще, какой... Почею? Ладно, но это было все равно весело. Мы много чего почитали. Я сегодня как никогда я столько английского не передаю. Ребят, я уже не умею говорить. Друзья, я думаю, на этом мы пока что поставим паузу. И следующий выпуск мы продолжим. Я не знаю, сколько здесь уровней вообще на этой карте. Но мы уже дошли до 8 уровня. Мне очень много времени заняло. Вроде бы 6 или 7 уровень, не помню уже. 7 как раз предыдущий. Нет, на самом деле не предыдущий, а тогда 6, потому что, ну, реально, очень много времени у меня это заняло, я извиняюсь, но я думал, у меня мозг шевелился, и это все так далее, и тому подобное. Поэтому, ребята, если вам понравилось, если вы хотите увидеть продолжение поскорее, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте колокольчик и оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч!